На заднем фоне будет человек играть в косынку, все будут смотреть туда. Но на самом деле я бы в первую очередь хотела сказать спасибо моим друзьям, которые пришли меня поддержать. Вы все услышали, как они это делают. Можно чуть-чуть естественно. И они как бы подготовились намного лучше, чем я, потому что это было. Так, мы нашли фотки. Ты садишься здесь, акустика работает так. Если что-то не так, мы звоним ментам, говорим, что здесь феминистская акция, я всем быстро закрою, тогда ее никто не запомнит. Но надеюсь, дальше все будет нормально. Когда я своей маме сказала, что мам, я решила заняться стендап-комедией. Мама ответила: Господи, Соня, пожалуйста, пусть это будет аэробика, хоть что, пусть ты имеешь в виду аэробика. На самом деле, есть фонд, который основала я, он называется «Фонд несмешных шуток имени Сони Уточкиной». Вот. И главный спонсор этого фонда – мой брат. Мой брат, которому 10 лет, и он намного круче, чем я. Чтобы вы понимали, мой брат учится в кадетском корпусе, и как-то на уроке истории его спрашивают, преподаватель со своей Еленой Николаевной, Елена Николаевна спрашивает: «Арсений, а зачем началась Троянская война?» Он говорит: «Из-за женщины, конечно». Он такой: «Из-за какой женщины?» Говорит: «Елены, возможно, Николаевны». Вот, и я смотрю на то, как растет мой брат, я понимаю, что он будет намного круче, чем я, и я решила это поправить. Поэтому я подсадила его на Гарри Поттера. А недавно он мне звонил и говорит: «Сон, я придумал идеальный патронус». Я такая: «Ну давай». «Это будет Витас». Такая: «Смысл?» «Ну прикинь, приходит Дементор, я вызываю патронус, а там Витас. Как будет реагировать Дементор?» «Вот именно никак. А что это должен за человек, у которого патронус Витас?» У него были проблемы с английским. Ну, я решила немножко его соврать. Некоторые называют педагогикой, она называет фонд для психической травмы. Он нашел фотографию меня из дома скромных фигур. Там маленькая я и огромный Хагрид. И мой брат подходит, спрашивает такой: «Соня, это что?» Я говорю: «Арсений, вот я хорошо узнала английский, и я на год уехала в Хогвартс учиться». Он такой: «Нет, ты все врешь, давай показывай палочку, какую-нибудь магию, чему тебя там научили?» Я говорю: «Арсений, никакой магии не Хогвартс». Он говорит: «Я дождусь, когда тебе будет 17». И я зашла еще дальше, он подсел на такую игру, как Skyrim. Если кто не знает, Skyrim — это такая фэнтези-игра, чтобы вообще не облажаться на личную жизнь. И главный герой — это персонаж, он наполовину дракон, а наполовину кто-либо из 16 выбранных рас. Вот. И я как-то домой принесла электронную сигарету, ну, забрала дым и выдохнула Арсения так, чтобы он не увидел электронную сигарету. Такой: «Что это такое?» Я говорю: «Арсений, наш пра-пра-пра-пра-пра по материнской линии был драконорожден. Поэтому у нас остались некоторые способности. Как бы пламя я еще не умею делать, но, может быть, тебе повезет, и ты сможешь это сделать». Вот. И чтобы он окончательно не поверил, я начала говорить ему: «Понимаешь, у нас особое строение голомозговых связок, там еще что-то, вот всякую кучу из биологии». Я думаю, я все объяснила предельно понятно, но нет, он пошел к папе. Он пошел выяснять у папы, почему я выпускаю дым изо рта. Вот, но... Папа не растерялся, говорит: «Да нет, Соня все перепутала, на самом деле проблема в трахее, внутричерепном давлении, которое появляется из страха». Вот. Когда я смогу так делать. Вот. А потом ко мне подходит папа и говорит такой: «Соня, ты что, куришь?»